Продолжаем. Следующая, 12-я команда. Вот, всего на 16, поэтому обязательно до конца, все-все-все, друзья мои, дождитесь. Вас ожидает много всего интересного. И сейчас на сцене команда «Ню» из города Днепр. Встречаем! Ну что, ребят, поскучали, сейчас покайфуем. На сцене Днепр. Что, прям весь? Ну смотри, я со всеми особо не знакомился, но плюс-минус весь. Вы знаете, мы реально самая кайфушная команда этого фестиваля. Ну что, вы понимали, насколько? Вот вы говорите, тупые туристы, а мы говорим, бюджет города Бердянск. Вот вы говорите, нету денег, а мы говорим, динеро. Вот вы говорите! Да вот вы говорите, говорите, люди, не перебивайте друг друга, ну в порядке живой очереди, что вы! Ого! Давид уже зачаровала добрая ведьма! А что добрая? Да ты бы ее раньше видел! Мальчик, я так хорошо выгляжу, потому что наконец-то выспалась! Ведь ты слишком невнимательная для клофелинщицы! Ну я же коренная днепрянка. Не говори, так звучит как болезнь. Кстати, о болезнях. Вы знали, что Бердянск — это хирургическая столица Украины? Что это? А ты видела, какие люди сюда приезжают, а какие уезжают? Ельцин не соврет. Блин. Что такое? Да я, походу, уезжаю. Не, Максик у нас человек странный, честно. Знаете, он с маленького небогатого города. Ну вот, чтобы вы понимали, насколько, но вот у него в детстве дети Мэра играли с неигрушками, а бедными детьми. Вам весело, а Максом два раза в квача играли, да? Недавно был в АТБ, видел масло Рошен. Мне кажется, Порошенко его сделал, чтобы у него хоть где-то было 82,5%. А я его вообще не понимаю, что он расстраивается? Вот у меня лично жизненное кредо такое. Увидел — победил. Не увидел — проиграл. Подсмотрел — ничья. Кстати, недавно вышел рейтинг самых счастливых стран мира. И Украина в нем на 110-м месте. Круто! Ну что это вы сделали? Открыли дверь в первую сотню. Ну что, как мы зал раскачали? Как безответственная мамаша коляску перед выпускным? Представьте, в мире пропало слово «водолазка». Случай на базаре. Здравствуйте! А можно мне вот эту? Как ее? Не, ну чтобы так вот к телу прилегало, так живот обтягивало, горло давило. Так как ее? Короче, давайте шведку. Дмитрий Гордон берет интервью у бабочки-однодневки уже 23 часа 59 минут. Расскажите о детстве. Даже Лукашенко дольше продержался, капец. Представьте, шоу «Холостяк» вышло на международный уровень. Итак, финал первого международного сезона. Итак, я беру вот эту с Танзании, это как я швед? Не-не, беру вот эту с Буркина-Фасо. Короче, давайте шведку. Мальчики любят спорить, чей же супергерой круче. Да где они похожи? Ты вообще своего видел? Твои по сравнению с моим чичвара какая-то, я тебе серьезно говорю. У тебя век как клей, что ли, или что? Глаза открой, посмотри, посмотри. Куда посмотреть? Ну да, внешность одинаковая. Давай батл, Купидон и Коломойский. Давай, кого легче найти? Знаешь, Купидон не виден для глаз обычного человека. А Коломойского ты каждый день возле ларька видишь, да? Знаешь что?
Чтобы выполнить свою работу, Купидону приходится иногда стрельнуть. А там дела по-другому решаются, да? Знаешь, США никогда не вводила санкции против Купидона. И что, даже после случая с Моникой Левински? Ну, да, наверное. Блин, походу ничья. Так если ж ничья, то можно приватизировать, правильно? Пойдем расскажу, пойдем. По телевизору смотрят всякую хрень. Итак, внук приходит к бабушке. Но он же любит, он тебя всей душой и телом любит. Бабушка, привет, что смотришь? Аниме Эхо Наруто. Какое аниме, бабушка? А как же Кармелита, Цыганка, Глухарь, Бедная Настя, Бедный я, что все это смотрел? Ну чё, это кринж. Какой кринж, бабушка? Как ты вообще в этом разобралась? А там все просто, смотри. Наруто любил Сакуру, она его предала, цыганка проклятая. Потом в нее влюбился Саске. Но она и его нахлобучила. А я считаю, что это не коммунистический поступок. И, короче, потом пробудился девятихвостый лис, вот этот шеринган Дедитьево. Короче, любовный треугольник. Это что? Тагала звонит, сейчас будем новости обсуждать. Фу, ну хоть что-то по-старому. Алло! Гала! Алло, Гала! А как тебе дава с Бузовой этой маромойкой? Расстались же, Гала! Алло! Учись танцам, учись танцам, учись танцам, учись танцам, учись танцам, учитесь танцам. Вы знаете, в прошлом году мы шутили, что вот в Бердянске нет ничего, кроме педуниверситета. Но в этом году мы подготовились основательно, узнали, что у вас есть остров. Не, у нас в Днепре, конечно, тоже есть остров. Правда, он маленький, там только скалодром, самый большой аквариум Украины, большой памятник Шевченку, картинг, лучший ресторан Украины. Честно, не представляю, сколько у вас приколов на новом Дзензике. Свыше 300 видов растений. Владик, вот ты сегодня кушал? Да. А пил? Да. А как мамочка учила говорить? Спасибо! Ню, Днепр, спасибо! Итак, еще раз давайте скажем спасибо команде под названием Ню из города Днепр! Итак, временной промежуточек, уважаемый тренер, уже врывается. Вот, но в первом сезоне у вас тренером кто был? Мы взяли Джокера, у нас была Оля. Оля, с тобой. Мы с тем, что мы работали. Хорошо, молодцы. Так, ну что? Это мои бывшие. Бывшие? Да, это мои бывшие. Так и ничего, я вам скажу, ребят. Подумайте, мне было хорошо с ними. Итак, ну что ж, уже мы тренеры. Сидим, как и все, так замечательно сидим в этом зале. Итак, команда Дню. Отправляемся в режим ожидания. Там очень много уже команд, которые ожидают. Почти все, кроме одной. Поэтому аплодисменты, спасибо.